все все равно скоро сдохнете. Эта мысль приходит неожиданно. Тебе 26, а ты просто не понимаешь, чем ты занимался все это время. Вот другу тридцатник, и его это совсем не парит. Он там, в своей матрице, а я здесь, в своем реальном мире. Вот так. Сигаретами затарься. Ладно. И зажигалками. Хотя в моем мире не все так плохо. У меня есть друзья, с которыми не скучно. Единомышленники. Да, и работа у меня замечательная, и очень интересная. Днем я отдираю, а вечером расклеиваю. Ну и клею. Лазер! И девушкам я, кстати, очень нравлюсь. Так что в целом жизнь удалась. Прыгать я вообще-то не собирался. Ну, наверное, просто хотелось почувствовать немного адреналина в крови. Но так уж получается, если ты не сделаешь свой выбор сам, за тебя его сделает кто-то другой. Это не выход. Поверьте нам, это крайне неудачный метод. Около 60% прыгнувших с моста, как правило, пытаются выплыть. И ведь выплывают. Но какой ценой? От удара об воду многие получают паралич нижних конечностей. Мало того, что остаются в живых, так еще до самой смерти ездят в коляске. Нет, конечно, если вы хотите попрощаться с жизнью всерьез и надолго, лучше подстраховаться. Да! Ну, в таком случае... Позвольте вам предложить прокатиться с нами. Спросите, какого черта я сел к этим клоунам? Да сам не знаю. Наверное, не удержался от соблазна прокатиться на настоящем Мазерате. Мы... Как вам объяснить? Мы занимаемся не совсем привычным делом. Мы меняем человеческую биографию. Да. Но иногда для собственного удовлетворения мы помогаем в жизни молодым юношам, таким как... Я? А почему вы думаете, что я... Потому что вас бросила женщина, вы не можете найти хорошую работу, ваш друг, совершенно оторвавшийся от жизни, законченный идиот. А вы что, за мной следили, что ли? Ваша ситуация достаточно типична. Да. Если уж ваша собственная биография, Славик, так и не сложилась, что вы скажете на предложение сменить ее на абсолютно новое? Никогда не сможете стать, ну, гитаристом группы Red Hot Chili Peppers или исполнителем главной роли в фильме «Обитаемый остров». Но родственником любой звезды. Без вопросов. Любой? Да. Ну, тогда хочу быть мужем Памелы Андерсон. О, этого многие хотят.
Но неопровержимые доказательства ваших любовных связей будут предоставлены неукоснительно. Хоть с Памелой Андерсом. Ну, это по особому желанию, с Элтоном Джоном. Да-да, письма, фотографии, показания свидетелей. Ну хорошо, шутки в сторону. Что вы хотите поменять в своей судьбе? Ну, если олигархом вы меня все равно не сделаете, нет, тогда упростим задачу. Хочу быть, ну скажем, крутым юристом. Нет, не в смысле по национальности, а просто крутым юристом. Не советуем. Да. Врачи и юристы должны прочесть очень много книг по профессии, конечно. Рекомендуем экономическое образование. Давайте продолжим, коллеги. Университеты. Брейнстоун, Йель, Гарвард. Ну, не знаю, он с колоннами давайте. Брейнстоун. Франция, Италия, Великобритания. Италия. Знаете итальянский? Французскую, английскую тоже не знаю. И чё? Менеджеру подобного уровня полагается переводчик. Да-да, конечно. Где именно в Италии вы якобы работали? В Пизе. В этом слове лучше ударение ставить на первый слог. Пиза, в Пизе, о Пизе. Может, лучше Генуя? Доброе утро, дорогие миллионы! Это «Русские перцы» на русском радио. У нас в гостях человек. Вам посылка. Распишитесь. Поверьте, незваный гость с утра – лучшее средство для пробуждения. Хотя многие говорят, что деньги не заводят, а не рождают. Неужели вы становитесь отцом? Нет, во-первых, я уже… До свидания. Кого бы вы с утра не встретили, что бы вам ни открылось, все будет хорошим знаком, и все будет хорошо. Это была посылка с моей новой биографией. Теперь я, оказывается, чемпион Шотландии по игре в крокет, выпускник Брейнстоунского университета и член императорского клуба Лас-Вегас. Дорогой Вячеслав, ознакомьтесь, пожалуйста, с фактами вашей новой биографии. Биография составлена в строгом соответствии с личными пожеланиями. Также мы взяли на себя смелость и отправили ваше резюме в лучшие кадровые агентства. Постскриптум. Снимки с Памелой и Элтоном – наш специальный подарок. Ох уж и не знаю, чего там понаписали старички в моем резюме, но уже через неделю меня пригласили на руководящую должность в одну очень крутую фирму. Новый управляющий по связям с регионами. Надеюсь, дела нашей компании резко пойдут в гору. У нас с английским образованием никого нет. Вы уж как-нибудь с ними попроще. Yes. События развивались очень стремительно. Новая работа имела свои плюсы и минусы. Нервы, бешеный ритм, строгая дисциплина. Ну, очень строгая дисциплина. Непорядок. О, вот теперь порядок. Пока от монитора не ослеп. Пускай у тебя уже не стоит, зато начальник тебя благодарит. Я не спорю, бабки нужны все. Зато здесь был бесплатный кофе и очень обаятельный коллектив. Ну, очень обаятельный. Буквально за несколько дней я стал совершенно другим человеком. Новая биография открывала мне массу перспектив. И одну из них звали
Алиса витальна. У тебя есть все, Боже. У тебя такая кожа. У тебя такие губы, руки и глаза. Я сойду с ума тоже. В конце концов, старички оказались правы. Руководителем в коммерческой организации может работать даже полный идиот. По мнению экспертов, рынок соленых закусок в России все больше насыщается и консолидируется. Прогнозируемое увеличение только жирных сухариков за последние полгода составит 18%, с чем я нас, господа, и поздравляю. А кто это? Управляющий. По связям с регионами. Закончил университет в Брестоуне. Да. Вот что значит обучение в Англии. Однако ситуация с подделкой наших сухариков в южных регионах так и осталась невыясненной. Это был быстрый промоушен конкурентов. Вероятно, неудачный экспириенс, поскольку продукция данного вида на рынке больше не появлялась. Экспириенс. Никто не будет возражать, вот если именно Вячеславу Николаевичу мы поручим встречу наших китайских партнеров на следующей неделе, а? Я за. Экспириенс. Что? Что ни говори, большой бизнес – это моя стихия. Главное – это уверенность в себе, доброжелательность с коллегами и непримиримость к конкурентам. Так вот с этого надо было начинать. Я вас предупреждаю, что если ситуация потребует моего личного аутсорсинга, так вы его дождетесь. И вот еще. Самый главный закон бизнеса. Правильно вложенные инвестиции возвращаются с большими процентами. Вы... что-то... случилось? Вы мне сегодня подарили цветок. Я долго думала. И даже специально просмотрела подшивку «Космополитен». Ну... вы же знаете, эти журналы лучшие друзья девушек, у которых нет бриллиантов. А, в общем, выяснилось, что вы немножко старомодный, но очень романтичный. Скажите, а кто по гороскопу? Вячеслав Николаевич? Олень. Что? О, Водолей. Только сразу предупреждаю, что мне не нравится мода снимать все на видеокамеру. Что такое? Вы только не подумайте, что не люблю кино. Просто иногда я увлекаюсь и выгляжу такой растрепанный. А у меня кредитка есть. Вам. Вау! Ты такой ответственный. Да, жизнь прекрасна. И даже не верится, что каких-то 2 недели назад я был в полной этой аутсорсинге. Завтра же съезжу к старичкам и поблагодарю их за все. Хотя нет, завтра ж китайцы. Ну тогда послезавтра. О, и потолок побелить надо бы. Русские сердца.
вами «Русские перцы» на русском радио. Если с утра вас что-то беспокоит, связывает вам руки или портит выражение вашего лица, не отчаивайтесь. Ха-ха, проснулся! Двери надо закрывать, чучело. Верьте нам, все будет хорошо. Оглянитесь, с каждой минутой жизнь становится ярче. Бедновато живешь, однако. И готовит нам приятные сюрпризы. Хотя, вот смотри, ананасы, как я погляжу, имеются. На. Слушайте, ребятки, эй, пацаны, товарищи, нам стукачи не товарищи. Потому что мы новое здоровое поколение радикал-революционного союза, а не какие-то там лимоновцы-лендерпоновцы. Ты же Вячеслав Нестеров, да? Да. Выпускник экономического факультета Бристолского университета. Чего? Ты шутишь, что ли? Я среднюю школу с трудом закончил. Может, заткнешься, а? Это что? Короче, ты обвиняешься в том, что ввалил руководство университета в нашу ячейку. После чего пятеро членов были отчислены и высланы на родину. Ясно тебе? Послушайте, ребята, да это ошибка какая-то. А потом революционеры-радикалы обязаны, по-моему, дома сидеть, а не кока-колу распивать по заграницам с глобалистами, а? А вот за кока-колу, сука, можно и ответить. В общем, нам поручено доставить тебя на заседание комитета, где и будет решаться судьба твоей скучей шкуры, ясно? А мы думали, ты трепыхаться будешь. Ладно. Оп. Оп. О, клевая фотка. Я так и не понял, чего от меня хотел этот радикало-революционный союз. Но их политика мне точно не нравилась. Это ты чё, в пизде, что ли? Не говорите мне, что я был слишком жесток. Большой бизнес вне политики. На китайцев я еще кое-как успевал. Даже успел позавтракать. Это катастрофа. Мой единственный костюм испорчен, а для того, чтобы купить новый, нужно забрать кредитку Алисы. Интересно, китайцы уже прилетели? Переводите. Вот. Канцелярия. Китайцы. Плановый отдел. Ага. Славик. Лена. Порядок. А? Шарман, да? Привет. Ой. Ой. Тебя здесь все ищут. Добрый день. Добрый. Как ты мог появиться в таком виде? Алиса Витальевна, дайте мне, пожалуйста, карточку. Какую карточку? Вау! Ну, мою карточку. Вячеслав Николаевич, хотите, возьмите мою? Нет, Маш, спасибо, не хочу. Угу. Алиса, карточку. Господи. Это
это мою карточку. А зачем? Чего? Курит. Пьешь? Нет. Пьет. Здравствуй, Слава. Я Рамис. Брат Лолы, помнишь такую? Я не знаю никакой Лолы. Ах. В том-то и проблема, что ты ее познал. Славик! Почему слабый такой? Сознание теряешь, как баба. Хотя разговор пойдет про другое. Про такой маленький, незаметный вещь, как уважение. Ты, конечно, хотел бы понять, какое такое отношение к тебе имеет этот самый вещь уважение. Когда я узнал, что Лолочка беременна, я сразу хотел тебя разделать. Но я имел уважение. И поэтому позвонил дедушке. Наш народ говорит, у каждого ребенка должен быть отец. О. Согласен? Послушайте, уважаемый, Я не хотел. Ты не хотел? Он не хотел. Он не хотел. Послушайте, я имел в виду, что я не хотел быть дерзким. Но я не знаю вашу сестру. Освежи ему память. В компании Казанова Гам работал. Корпоративная экскурсия. Да это... Грязный секс, дешевый гостинец, а? Это же наша Лолочка! Что она сама, что ли, сказалась? Атланти! Тимур! Ты думал? Ты что, шакал, мою сестренку шлюхой считаешь, чтоб через неделю уже приехал руки просить? Или, может, считаешь, что мы тебе не ровня? Чурки глупые, культур-мультур не понимаем.
Тимур, скажи, как в Париже называют наш шашлык? Лё шашлык. Лё шашлык, понял? И моли Бога, чтобы Лолочка тебе не отказала. А не то что, зарежете? Нет, отрежем. Ай-яй-яй, ах. Бараньи яички. Очень вкусный деликатес. Очень вкусно. Кушай, дорогой. Ну и денек. Сначала революционеры с ананасами, потом какая-то Лола с братьями и дедушкой, причем кто-то из них, по-моему, беременный. Бред какой-то. Интересно, а китайцы уже улетели? Я прошу прощения, но... Я... Да. Ну я... Вы ужасно огорчили, Виктор Сергеевич. За документом придете завтра. Думаю, не следует объяснять, что вы уволены. Подожди, знаешь, я... Ты еще посмел сюда явиться? Я думала, в моей жизни появится ответственный мужчина. А ты... Я... Мужчина не имеет права на слабость. И даже если задача кажется невыполнимой, надо просто сжать зубы и сделать. Потому что ты мужчина. Не помню, кто из великих это сказал. Кажется, какая-то женщина. Ну, да, мы! Вот. Так вот, в свое время я был лучшим. Да, мы! Я говорю, что я был лучшим. Я был лучшим опером в округе. Понимаешь, о чем я говорю? У меня раскрываемость была 96%. Понимаешь, о чем я? 96, потому что я этих гадов давил и давить буду. Поставь, пожалуйста. Слышь, огонька не найдется? А? Произошедшее не помещалось в моей голове. И разобраться в этом не смог бы даже настоящий выпускник Брейнстонского университета. Что значит ничего страшного? Может, меня и на работу еще обратно возьмут? На работе вас встретят как героя. Чего? Вот обратите внимание на эту заметку в любимой газете вашего директора. Так. Представитель... Городской бизнес-элиты Вячеслав Нестеров спасает женщину от грабителей. Ну вот, и все вас прекрасно пойму, что вы опоздали на работу по весьма уважительной причине. А если они проверят? Пожалуйста. Грабители арестованы. Ваше объяснительное и заявление потерпевшей приколоты к делу.
переверни страничку. Вот здесь автор ненавязчиво доказывает, что вы сын министра. Ну, а как мама? Дай 500 рублей. Реакция вашего папаши, не беспокойтесь. Несмотря на свой цветущий вид, этот человек давно пропил все остатки своего серого вещества. Тем более, что ваше фото давно уже находится в его личном альбоме. Что-то мне ваши эти альбомы в последнее время боком выходят. Вот сами-то вы вон намонтировали себя? От них претензий точно не будет. Не все фотографии, которые вы видели, являются результатом монтажа. Что касается свадьбы, ее не будет. Вот настоящий соблазнитель Лолиты Гунгалия. Михаил Перельман, профессиональный игрок. 3 месяца тому назад уехал в Италию по туристической путевке, где и познакомился с очаровательной, соблазнительной, одинокой, но жаждущей любви женщиной. Игрок, по-моему, сам по любви изголодался, не слабо. Кассета с доказательствами уже предоставлена заинтересованной стороне. Что касается радикала-революционеров... Ну, спасибо, я уже с ними вроде сам разобрался. 13 числа, в пятницу, Вячеслав Нестеров, возвращаясь с работы, услышал крики гражданки Н. После чего не побоялся вступить в схватку с вооруженными грабителями, применив приемы самообороны. В результате чего последние были задержаны, а мужественный молодой человек был доставлен в больницу с легким сотрясением мозга. Минуточку! С сегодняшнего дня Вячеслав Николаевич становится первым заместителем генерального директора. А я кем становлюсь? Ну да, по поводу работы стрички не подкачали. Осталось теперь узнать по поводу моей свадьбы. Лолочка? Алло, Рамис? Сейчас я тебя поймаю. Здравствуй, брат. Получил Лолочка? Кассету? Да, Славик. Я знаю, увижу. Ну? Извини за ошибку. Можно, Вячеслав Николаевич? Я? Вячеслав Николаевич, вы кушайте, я еще вам принесу. Спасибо. Глупый. Ну что ж ты сразу не сказал, что ты герой? Спайдермен. Вкусно. Все же Алиса была самым перспективным сотрудником нашей компании. Она не только признавала свои ошибки, но и умела их исправлять.
Сегодня мы находимся на вечеринке, посвященной звезде этого сезона, бизнесмену Вячеславу Нестерову. Пару слов про вашего зама. А? Он самый лучший. Безупречный работник. Он такой элегантный, как Брэд Питт, и Эдуард Иванович задел рекламы. Красавчик! Служба безопасности претензий не имеет. Хочу жить офигенно, бабла немерено, в особняке здоровенном. Хочу жить вместе, не похожим на Европу. Европу? Да ну я в попу! Все будет офигенно, непременно все будет офигенно. Впереди большие перемены, я знаю, это точно все будет офигенно. Все будет офигенно, непременно все будет офигенно. Впереди большие перемены, я знаю, это точно все будет офигенно. Хочу цветов подарить большие охапки, хочу загнутыми носами себе домашние тапки. Хочу всех, всю, хочу как каждую сразу. Хочу в магазине сантехники залезть на витрину и накласть в унитаз. Респект Нестеров, звезда в шоке. И главное будет, главное будет, главное все, все это будет. Завидую я вашим поколениям. У вас такая потрясающая биография. На всех континентах побывать успели. Да и здесь вот уже отличились. А мы... Я ведь, знаете, с детства мечтал жить где-нибудь в Италии. В Пизе. Теперь вроде и возможность есть, а все боюсь чего-то. Держусь вот за то, что есть. Виктор Сергеевич, вы просто убедили себя в том, что жизнь закончена. И опустили руки. Надо каждый день повторять себе. Я живу сегодня. Я живу сегодня. Я живу для себя. Я живу для себя. А тем, кто не согласен, ну их... Куда? Туда. Человек однажды должен все поставить на кон. Хочу, 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 хочу! Дамы и господа, делаем ваши ставки. Ставки сделаны. Поставить все на кон? Ставок. Это я неплохо придумал. И сегодня мне, как члену императорского клуба Лас-Вегас, определенно везло. Алиша, сколько тебе лет? 21. Mm-hmm. 25. А здесь курить можно? Крошка, нам можно все. Не все. Двадцать пять. Красные. Все! Мы богаты!
И здравствуй. Привет. У меня к тебе печальная новость. Да? Да. Это гадина. Этот шакал. Этот Михаил Перельман, который нашу птичку обесчестил, умер. Как? Наверное, сердце слабое. Сердце. Нет, конечно, жалко. Но я был бы не Рамис Афонский. Если бы пришел к другу с одной только плохой новостью. Есть и хорошая. Садись. А ты упадешь. Лолочка согласна. На что? На тебя согласна. Сердце слабый. Ну почему я? А ты что хочешь? Чтоб я ехал в Пизу, ловили там итальянца? Ты видел этих итальянцев? Ты видел их? Маленькие, черные, некрасивые, медленно, степенно, вообще разговаривать не умеют, чурки. Брат! Нет. Дедушка сказал, пусть будешь ты. Ну не хочу, не надо меня. Иди ко мне, мой дорогой, я тебя по-родственному поздравлю. Я сам! Давай! Ай, молодец, Слава, молодец! Давай! Что-то я не поняла. А что здесь происходит? И это с простудками завязывай. Ты уже взрослый, женатый, можно сказать, человек. Свадьба через неделю, выкуп готовь. Что? Алиса! Алиса, она шутка! Алиса, прости, это шутка! Лузер! Алиса, не убегай! Алиса! Алиса! Алис! Да пошел ты! Подожди, не уезжай, я тебе все объясню! Алиса! Товарищ! Товарищ! Не успел? Опоздал! Сюда. Есть в городе такой человек, Саша Фрегат. Слышал? У него баба была, бухгалтерша, которая сдернула с кассы 150 косых и срулила. Пацаны-то ее отловили, но тут откуда ни возьмись. Мимо проходил молодой бизнесмен Вячеслав Нестеров, который услышал крики жертвы, после чего не побоялся вступить в схватку с вооруженными грабителями. Мамочка! Деньги криминала. Отдавать надо. 150 за бабу. По 100 каждому. С фрегатом, конечно.
еще за ущерб полтос. А, полтос морального ущерба. Итого... 500! Точно! Вот. Красавец! Пацаны! Чё? У меня ж нет таких денег! Опа! Как всегда. Да. Да. А! А! Что ж вы делаете? Стоп! Я вспомнил! Есть деньги! У меня есть! Так так бы сразу сказал. Привет, тебе 3 дня дал. По-моему, условия вполне человеческие. Чё ж вы меня в землю-то закапывали? А ты чё, паяльник в жопу хотел? Так тут его и подключить не к чему. Всё, валим, Борман. А я? Пошли ужинать пора уже. Утром тебя спасут. Бэтмен. Куда? Обошлось. Никогда не думал, что в таком мегаполисе, как наш, можно встретить доброго человека. Знаете, Пилигрим, вы прекрасно замаскировались, но мы все же вышли на ваш след. Да, женщина проклятия, профессионала. Я уполномочен сделать вам предложение. Если руки и сердце, то я уже... Я ценю ваш юмор. Предложение сдать вашего напарника, Януса, за деньги. Можете назвать любую сумму. В разумных, естественно, пределах. Я очень вам благодарен. Но я правда не знаю, кто это такой. Да бросьте, бросьте вы, Пилигрим, бросьте вы это ложное чувство профессиональной солидарности. Вы не можете не знать, что Янус двойной, если не тройной агент. И учтите одно обстоятельство. Спецслужбы других, менее развитых стран, вряд ли бы стали торговаться. Они бы просто похитили вас и пытали. А вы? Нам, британцам, глубоко чуждо бессмысленное насилие. Итак, Пилигрим, либо вы сдаете нам Януса за 1 000 000 фунтов стерлингов, либо... Да что уж там! Давайте 2. 2 много. У нас бюджет. Черт. В противном случае мы вынуждены будем вас ликвидировать, как прямого пособника. Черт. Да никто не требует вашего личного участия. Достаточно нам дать фото и адрес. Итак, что я имею? Меня настойчиво хотят женить. От меня на лимузине уехал мой секс. И у меня 3 дня, чтобы отдать $500 000 какому-то фрегату. А, да, еще британская разведка. Вопросов немало. И, по-моему, я знаю, кому их задать.
за паник? Главное в жизни, мой дорогой, здоровье. Остальное нам с коллегой видится ерундой. Да, собственно, у вас одна проблема – женитьба. Что касается этого шпиона, который вас просит сдать другого шпиона, откажитесь. Скажите, что честь разведчика-профессионала не позволяет вам сделать этот подлый поступок. А фрегат? Или мне ему тоже, может быть, сказать, что честь разведчика-профессионала не позволяет платить бандитам? Фрегату надо заплатить. Как? Да-да. Ну, деньги у вас есть? Вы же выиграли 500 тысяч казино. Я не понял, вы... Есть деньги или нет? Есть. Ага. Но, правда, не у меня. Послушайте. Интересно. А почему эту проблему мне создаете вы? А деньги я должен отдавать свои. Свои? Да. А? Да вы бы первые ставки не сделали, не будь вас нашей карты императорского клуба. Вот именно. Да. Относительно женитьбы. У вас же сохранился этот миленький снимочек с Элтоном Джоном? Да. А какое это имеет значение? Думаю, если это фото показать уважаемому Рамизу, то все вопросы отпадут сами собой. Факт остается фактом. После каждого визита к старичкам я поднимался по карьерной лестнице. Генеральный ушел в отпуск, и именно я выполнял его обязанности. Но проблема-то совсем не решала. Я с такими не катаюсь. Алло! Алло! Алло, в чем дело? Ой, Вячеслав Николаевич. Алиса Витальевна, а мне нужны денежки. Какие денежки? 500 тысяч, которые я в казино выиграл. Вы, наверное, хотите сказать 500 тысяч, которые мы выиграли в казино? Ты что, Алиса Витальевна? Тупая, что ли? У меня проблемы! Проблемы? У нас акции упали в Удмуртии на 10%! Да не кричите вы. На месте ваши деньги. Дома лежат. Забирайте их хоть сейчас. Алис. Я не тупая. Алис, крошка. Слушай, отправь за контракты, а? Сама отправь! Да, Рамис. Правильно говорит наш народ. Муж – это голова, жена – это шея. Ты согласен? Саур! Саур, Саур! Дорогие земляки, наш народ говорит, у каждого ребенка обязательно должен быть отец. Поэтому давайте выпьем за молодых. За молодых! За молодых! За молодых! Thank you.
Говорят, от судьбы не уйдешь. Но сбежать-то можно. А что, если взять 500 000, Алису и... Алисочка, яхта, море. Завтра ты и я валим. Деньги в духовке, цветочки, брюнетки. Пошел вон отсюда. Спайдермен. Просто так пойти вон я не мог. Нужно было уладить кое-какие формальности. И Алиса была не против. Вставай! Папа! И снова русские перцы на русском радио. Неважно, с кем вы с утра проснулись, главное, что проснулись. Все будет хорошо. А может, правда? Взять и жениться на ней. Нет, ну, когда все закончится? Свободен! Ну что же, меня можно было поздравить. Минус одна проблема. И всего за каких-то 500 000 долларов. Ну чё, Бэтмен? Ну здравствуй, Слава. Я Саша Фрегат. Скажи мне, какой я? В смысле? Ну, в смысле, опиши меня. А? Отличная физическая форма, хотя... С левый удар слабоват. Слышь, левая говорит... Виловато. Надо будет поработать. Но я тебе не это хотел спросить. Слушай, скажи мне, я похож на девочку? А? Нет. Нет? Не похоже. Не похож? Так какого хера ты мне столько кукол принес? Каких кукол? Адольф! Каких кукол говоришь? А вот каких? Зачем? Ты что, криминал за лохов держишь? Тихо ты, Борман. Скажи, сколько он остался должен?
Сколько должен? 45 на. 45 на. 45. Ага. Итого с неуважением 60. Угу. А сколько ему осталось? Сколько? Полтора дня, по-моему. Полтора дня. Полтора дня. Ну что, Вячеслав, сможешь отдать мне за полтора дня 60 тысяч, а? Я постараюсь. Неправильный ответ. Да или нет? Да. Вот, это правильно. Молодец. Адольф! Эники-беники, ели вареники. Эники-беники, нет, не то. Энтыща, петлища, коробочка спичек. Уселась на яблоню стая синичек. На яблоке яблочко красный волчок, а в яблочке это сидит... Вот червячок. Тут я и вспомнил. Я был лучшим опером в округе. Где я видел Саню Фрегата и кем он был на самом деле? Водить. Александр, да? Подождите. Мне надо с вами поговорить. Давай поговорим. Понимаете? Ага. У нас с вами есть один общий секрет. Какой секрет? Я знаю, что вы раньше были опером, а теперь бандит. Адольф! Танцуют все! Все, я сказал! Оп, оп, оп! А? Слышь, Борт, левая у меня, говорит, пьяненькая, а? Я их так хочу собить. В целях безопасности. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу. Если мне предстояло завтра умереть, я, по крайней мере, знал, кого за это благодарить. Вячеслав Николаевич, к вам там пришли ждут давно. А еще есть пирожные с кремом. Это что? Вот это вот что? А? Как ты можешь быть таким неблагодарным? Ради меня! Спокойно, нормально все! Конечно, да! Ну я же знала, что ты расстроишься после того, как узнаешь, что ты потратила 45 тысяч. Только успокойся, ладно? Если бы ты знал, что ты потратила! Окей, окей, окей. Пойдем, сейчас ты сам все увидишь. На что их потратила? Сейчас тебе покажу, на что их потратила. Нет, пойдем, ты посмотришь, на что их потратила. Ага. Где мои деньги? Там. Машинка. Что? Моя прелесть. Посмотри, он красненький. Он похож на божью коровку. И вообще, я его купила по цвету галстука. А самое главное, это просто необходимо каждой современной девушке, да? Видимо, нам с Алисой не суждено быть вместе. Завтра она будет кататься на машинке в цвет моего галстука, а я в черном катафалке. Последнее, что мне оставалось сделать, поставить все на кон. Но я так и не узнал, повезло мне или нет. Признаю, ваша смелость удивляет. Мои люди всю ночь сидят у него дома. Его нет. Мы уже начинаем думать, что наш герой покинул пределы Родины. Ну, рассказывайте, рассказывайте. О чем рассказывать-то? Ну, очевидно, о том, как вы раскатываете беззащитное казино. Как я могу раскатывать беззащитное казино, если я даже карт в руки не брал? Я же на рулетке играл. На рулетке? На рулетке. На рулетке. Смотрите. Это
магнит, Вячеслав. Ваш напарник давно во всем признался. В офисе императорского клуба Лас-Вегаса мне сообщили массу интересных фактов. Каких? Ну, каких? Например, как вы с напарником сделали более 80 казино по всей Европе. Я? Да. Схема очень простая. Он устраивается дилером. Так. Вы приходите в лечение азартного игрока и... Оп! Что? Оп! Казино пустеет! На 40-50 тысяч, да? Второй напарник, он тоже во всем признался. Он бы обязательно признался, но после встречи с горячими кавказскими парнями Миша Перельман, он не может говорить. Это который был в Пизе? Знаете, вы очень талантливый актер. И совершенно безжалостный сукин сын. Такие ведь руки. Целый капитал. Я бы их вам оставил. Просто из любви к искусству. Если б не одно но. Мое казино вы опустили не на 40. А на все 500 тонн. Я дам. Конечно, отдадите. Только сначала... Раз, эй! Два, три, четыре, пять. Эй! Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. Лежу один на рубежу и вдаль кромешную гляжу, когда шаги жужу-жужу, враги ползут по рубежу. Лежу тихонько и дрожу, но думаю, не убежу, а сам врагов скорее свяжу и поощрение заслу. А что вы здесь делаете? Это служебное помещение. Я не задержу. Этот британский агент мне определенно нравился. Вообще, он даже мог бы стать моим другом. Если бы не требовал сдать ему какого-то Януса. Спасибо. Да, и не советую обращаться к вашим кураторам из внешней разведки. Не сегодня, так через год вас ликвидируют. Но не мы так ЦРУ, не ЦРУ так Моссад. Аллах Акбар. Аллилуйя. Поддержки можно, алё! Ты сильно расстроил дедушку тем, что сбежал. А я тебя предупреждал, что будет, если ты расстроишь дедушку? Я на работу опоздаю! Молчи, Лолочка. Это маленькая птичка. Всю ночь на коленях умоляла меня не разделывать тебя. Извини. Допусти! Допусти меня! Твоя судьба завтра! И только возможно еще раз расстроить дедушку!
Вячеслав Николаевич, в конференц-зале собрания акционеров вас ждут уже 40 минут. На столе документы на подпись и заявление Алисы Витальевны об уходе. А да, и заказное письмо вам из Италии. Тоже лежит на столе. Это был почерк гендиректора. И во мне вдруг зародилась надежда, что он прислал мне что-то хорошее. Например, чек на 500 тысяч долларов. А лучше билет на Марс. Дорогой Вячеслав, я сейчас очень далеко, но никак не могу забыть тот разговор в туалете. Без преувеличения, он перевернул всю мою жизнь. Я много лет мечтал бросить работу и, захватив с собой небольшую сумму денег, отправиться путешествовать. Но вот в нашем офисе появились вы, и все изменилось. Вы отучили меня бояться каждого пустяка и обращать внимание на мнение других. Благодаря вашему папе-министру мы получили кредит. Не буду описывать, как мне удалось его украсть и перевести за рубеж. Специалиста вашего уровня это только рассмешит. Уверен, что со своими связями вы все равно выкарабкаетесь. Но бежать советую как можно скорее. Ваш друг Виктор Сергеевич. Работаешь? А там к тебе эти. ОМОН. Похоже, я стал настоящей звездой. Завтра моя рожа будет висеть на каждом столбе. И я не мог не отблагодарить тех, кто сделал меня таким популярным. Вячеслав, это так неожиданно? У меня к вам только один вопрос. Зачем? Нам вас стало жалко. Ведь вы собирались покончить с собой, прожив такую... серую. Такую невзрачную. Такую никчемную. Бедную на события жизнь. Но теперь, благодаря нам, весь этот позор позади. Теперь вы умрете как... Теперь вы... Теперь вы умрете как настоящий мужчина. Вот терраса. А вот те два. Эти непонятные старички, эти фокусники или кто они там. Нет, они во многом правы. Ну да, про скучную жизнь, про новые впечатления. Но они не учли одного, самого главного. Там на мосту я не собирался прыгать. Спасибо, амиго.
Жизнь у меня одна, и я буду за нее бороться. Добро пожаловать в реальный мир, брат. Потом, правда, пришлось его ненадолго пустить в интернет. Надо было покопаться в моем мире на Mail.ru. Элементарно, Ватсон. Как говорит Морфеус, вон там, посмотри. Там можно многое узнать о своих друзьях, и не только. Здорово, пацаны! Лови гранату! Но по салам! Подполковник милиции. Мент, что ли? Парни очень расстроились, узнав настоящую биографию Сани Фрегата. Да и Рамис не очень обрадовался, узнав о моей дружбе с Элтоном. А у тебя нету случайно такого, как это, ну? Гетеросексуального. О, такого друга. Друг у меня был. И как раз такой, как надо. Бонжорно, генацвали. Я не понимаю по-итальянски. Ну ничего, Лолочка научит. Так вот, почему Янус так неуловим. И фотороботы всегда разные. Серьезная недоработка аналитического отдела. О-о-о. Прошу прощения, но сначала я должен убедиться, что объект находится по указанному адресу. Да, и не пытайтесь достать деньги самостоятельно. Автомобиль снабжен самоликвидатором. Шаг за шагом я уверенно строил свою новую биографию. Оставалось только дождаться, пока мой британский друг разберется с агентом Янусом. Кстати, старички идеально подходили на эту роль. Получить за это 1 000 000 фунтов, начать новую жизнь. Ну, как дети, честно слово. God save the Queen.
Ваш, хватит уже, а? Вы достали меня уже! Эта мысль приходит неожиданно. Тебе 26, а ты просто не понимаешь, чем ты занимался все это время. Обманчивая штука. И когда вам кажется, что все вот-вот закончится, не верьте. Все только начинается. Представляешь, я практически тону. Из последних сил выкарабкиваюсь. Весь мокрый, смотрю, там стоит силуэт. А я стою вообще по сторонам. Я же не знаю, что это ты. Да я тоже. Я даже не вижу, понимаешь? Я стою, и все, я испугалась, и бах, я вообще не хотела прыгать. Я боюсь высоты. Стой, а я тоже боюсь высоты. А знаешь что, мне тут пришла такая мысль. Что вот смотри, вот ты читаешь книжку, у тебя ты указательным пальцем переворачиваешь страницу. А от этого электроны на странице, они сталкиваются между собой, нагреваются, и поэтому происходит взрыв. Круто! И умирает целая Вселенная. Или рождается, например. Или рождается. Смотри, вот если это Вселенная, да? Да. Все-таки это ужасно трогательно. И каждый раз в этом месте вам трогательно. А что, мы, парни-то, сюжет неплохой закрутили. Да, но с девчонкой-то пришлось повозиться. Ну, в следующий раз нам попроще. А то все эти мосты, тарзанки, еще шею когда-нибудь себе сломали. Ну, коллега, ведь сработало. Пазл сошелся. Все счастливы. Да. Ну что дальше, коллега? А что дальше? Ну, кто следующий? Па! Люди, смотрите, вот эта картина. В реку холодную прямо с моста. Жизнь меня, помните, как Буратино. Просит вот-вот, досчитая до ста. Денег вечно по нолям. И никогда не купить ленд-крузер. И никому не нужен я. Мама, я лузер, мама, я лузер. Мне поменяли судьбу волшебники, всем неудачам и бедам на зло. Все будет ровно, как по учебнику. Мама, неужто и мне повезло? А денег вечно по нолям. И никогда не купить ленд-крузер, и никому.
Кино! С подвохом, палка о двух концах, так сказать. Чувствую, все это кончится плохо. Жми кондуктор на тормоза. Денег вечно по нолям. И никогда не купить ленд-крузер. И никому не нужен я. Мама, я лузер, мама, я лузер. Я боль супору пеняму, поле до стачома, дучоку фотоку, пенеху бухой, бандиду йолюсой. Я потерялся, как в стоге иголка. Люди, спасите из страшного сна. Всюду враги облажили, как волка. Хочется жить, и за дверью весна. Денег вечно по нолям. И никогда не купить ленд-крузер. И никому не нужен я. Мама, я лузер, мама, я лузер. Для тебя, из-за тебя на распродаже бился в драке.